воскресным днем возле Центра культуры и досуга «Кировец» было поистине весело и интересно. Здесь отмечали праздник урожая под названием «Осенины». Столь необычное название уличного гуляния носит исторический характер. «Осенины» – это праздник урожая. Когда-то собирался урожай, подсчитывался, ну, как говорят, цыплят-то по осени считают. И, конечно же, народ праздновал после очень тяжелой работы. Вся деревня вместе собиралась, и начинались песни, начинались пляски. Праздник осени в центре стал уже доброй традицией. А самое главное, что это семейное мероприятие, в котором участвуют все. От мала до велика. Центр культуры досуга «Кировец» проводит этот праздник 6-й раз. Мы проводим это в рамках уличных гуляний, то есть это праздник для всей семьи. Родился он так, что мы стали изучать народные традиции, то есть у нас проводятся уличные гуляния Масленица, к Пасхе. И праздник урожая на Руси тоже отмечался очень широко, поэтому мы ввели в традицию нашего учреждения проводить ежегодно такой красивый, яркий праздник осени. Началось действо по русской традиции с выноса специального осеннего каравая, а продолжилось все интерактивной программой с участием лучших коллективов Центра культуры и досуга. Каждый мог найти здесь что-то по душе. Очень приятное впечатление, очень яркий праздник, замечательный. Много интересных артистов выступало. И атмосфера такая праздничная, яркая, насыщенная. Настоящий праздник осени. А понравилось больше всего выступление артистов и выступление наших ведущих. Если взрослые в основном предпочитали смотреть на все со стороны, то дети с удовольствием участвовали в конкурсной программе и мастер-классах. Победители конкурсов ожидали осенние угощения – яблоки. А те, кто участвовал в мастер-классах, унесли с собой плоды своего труда. Маленькая Лена, например, сделала себе куклу-зерновуху. Мне понравился праздник. И мне больше всего понравилось танцевать. И мне понравилось... Мы сделали такую куколку. Одним словом, праздник удался на славу.